Вопрос национализации природного парка «Ленские столбы» будет известен в конце этого года, либо в начале 2018-го. Материалы комплексного экологического обследования проходят в Росприроднадзоре государственную экологическую экспертизу. На ее проведение дается ровно 90 дней. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев. Он напомнил, что кроме повышения статуса национализации природного парка позволит в 3 раза повысить объем финансирования, а также создаст новые рабочие места для жителей близлежащих районов. В настоящее время в поддержку национализации в республике создано общественное экологическое движение. Под петицией за повышение статуса ленских столбов подписались 3,5 тысячи хангаласцев.